Я будемо говорити із політологом Єрмек Нарембай, гість нашої студії. Доброго дня. Доброго дня. От надзвичайно добре, що світова спільнота засуджує ті події, які відбувалися 5 років у Криму, не визнає те, що Крим може належати до Росії. Чітко говориться, Крим – це Україна. Але разом із тим, якихось стратегій щодо повернення анексованого півострову не з'являється. Чому так? Ну, это непонятно. И тут еще нужно иметь в виду, что сами США, заявляя вот такие заявления, в то же время забывают, и мы не должны забывать о том, что США и другие западные страны, они ответственны как раз именно в том, что они отговаривали Украину от активных действий по защите своей территориальной целостности. И Украина, ее руководство на тот момент не проявило должной активности с тем, чтобы беспрепятственно можно было занять всю северную половину Крыма. А сам по себе факт референдума говорит, что он действительно только в том случае, если он действует на 100% территории, допустим, Крыма того же. Если бы 5% территории Крыма было бы занято войсками Украины, то уже де-факто, де-юре, референдум не имел бы никакой силы. А если бы был бы занят войсками на 50, на 60% вплоть до Симферополя, то в этом случае проблем не было бы. И США как раз с западными странами активно противодействовали каким-либо попыткам Украины защититься и пытались как-то решить все дипломатическим путем, но при этом каких-либо дипломатических усилий со своей стороны, со стороны НАТО, ЕС и США не предъявляли. И вспоминая Будапештский меморандум, Лиссабонский протокол, мы начинаем полагать, что в данном случае Украину, грубо говоря, кинули. И сейчас идут поток, конечно, пошел поток санкций, но, к сожалению, к решающий момент был упущен. Давайте зараз нагадаємо все ж таки про те, що ж відбулося з Кримом 5 років тому, 16 березня в Криму за допомогою російських військ та козачих загонів провели незаконний референдум. Проукраїнське налаштоване населення та кримські татари виступали проти. На голосуванні не було міжнародних спостерігачів і його не визнала більшість країн світу. Наступного ж дня вже нелегітимна Верховна Рада Криму проголосила незалежність і звернулася до Росії з проханням прийняти півострів до її складу. У відповідь на це США та Євросоюз запровадили перші санкції проти російських і кримських політиків, причетних до анексії. Серед них самопроголошені керівники півострова Аксьонов, Костянтинов і Чалий. Саме з ними 18 березня Володимир Путін підписав так званий міждержавний договір про входження Криму та Севастополя до Росії. Після цього Україна вирішила вивести з окупованого півострова силовиків і військову техніку. Проявити гуманність до місцевих жителів. Такий спосіб дипломат Вадим Трюхан вважає найбільш правильним у поводженні з населенням Криму після його деокупації. Коли ми дійдемо до стадії деокупації Криму, то я переконаний, що частина з цих людей просто виїде назад на, ну, називаємо її умовно, материкову частину Росії. Але частина залишиться, і нам треба буде знайти спосіб, яким чином себе з ними поводить так, щоб вони стали законослухняними, лояльними до влади української громадянами. Тут Вадим Трюхан говорить про, що ж уже робити після того, як Крим буде повернуто до України цілком і повністю. Але ми зараз знаємо і бачимо, що відбувається в Криму. Корінне населення – кримські татари. Але Росія проводить масову асиміляцію, переселяючи туди росіян. Тобто ми фактично розуміємо, що через декілька років корінного населення уже буде набагато менше. І питання в тому, як повертати Крим, коли там буде значна частина росіян. Нужно создать ситуацию с санкциями и военными действиями в совокупности такого характера, чтобы России было выгоднее отдать Крым, чем продолжать его удерживать. Каким чином? То есть экономическая ситуация от санкций, в том числе по трубопроводам «Северный поток-2», «Южный поток», должны сделать невозможным дальнейшее поступление экспортных денег в казну России. И выгоды от санкций и от Крыма должны дать вывод для Путина и для последующих президентов США, России, что Крым удерживать невыгодно, выгоднее, значит, прийти к какому-то соглашению по возврату на каких-то условиях, более-менее приемлемых для Украины и для Запада. Зараз багато аналітиків українських говорять про те, якщо підвищувати рівень соціально-економічного життя в Україні, тоді кримчани самі захочуть повернутися до України. Наскільки цей аспект є важливим?
это не сильно будет актуально. Это, конечно, сыграет роль на 30%, но на 70% здесь играет роль то, что Крым этнодемографически тяготеет к русскому языку, к России, и в этом отношении они, для них экономические факторы будут играть меньшую роль, чем языковой и так далее. Давайте поговоримо далі і про зв'язки наші з Росією. Отже, Росія надіслала Україні ноту через припинення дії договору про дружбу майже через 6 місяців після відповідної заяви України. Про це написав у Фейсбук міністр закордонних справ Павло Клімкін, пожартував, цитуємо, «Як бачите, з відповіддю Росія не забарилась. 12 сторінок ноти про те, що це начебто лише сама Україна систематично порушувала договір. Наприклад, угода про асоціацію з ЄС – це, на їх переконання, теж грубе порушення». Як і все, що ми робимо, аби бути більш демократичними, європейськими і врешті-решт по-справжньому незалежними. Значить, все робимо правильно, зазначив міністр Клімкін. От, пане Єрмаке, як ви дивитесь на ось таку реакцію Росії стосовно договору? І дійсно, от, чому, власне, така реакція? І чи дійсно, як зазначив пан Клімкін, ми все робимо зараз правильно з боку України? Ну, а що і Росії говорить, коли вона сама виновата, і де-факто війна розв'язана була агресором зі сторони Росії, тому зараз ось такі якісь юридичні придирки, моменты, все связано с тем, что ей нечего ответить по существу. И весь мир знает, что было за ситуацией с Крымом, за Донбассом, за ситуацией с Боингом. Многочисленные фото-видеокадры с российскими солдатами-офицерами, которые присутствовали на территории Украины незаконно. То есть вся эта ситуация, конечно, показывает, что Россия пока просто троллит, игнорирует, пытается играть, злоупотребляет фактически ядерным оружием, которое дает ей возможность безнаказанно себя вести на международной арене. Россия в эту ноту протесту вписала практически все. И свое невдоволення розглядом законопроекту про мову, и нашими євроінтеграційними, євроатлантичними прагненнями, які записані уже в Конституції України. Чому це відбувається і чому ця нота протесту на 12 сторінок, нагадаю, з'явилася саме напередодні виборів? Тут ці речі можна пов'язувати? Да, вот элементарный просто пример по поводу языка. Не надо забывать, что Российская Федерация – это федерация коренных народов Евразии. И здесь мы видим, что во всех национальных республиках закрыты национальные школы, национальные детские сады и так далее. Возьмем ту же самую украинскую мову на территории Украины, на территории России, приграничные регионы Воронеж, Ростов, Белгород и так далее. Мы там видим, что там нет уже давно, несколько десятилетий до распада еще Советского Союза, на этнической, этнодемографической украинской территории отсутствуют украинские школы. Сравните, сколько русских школ в России, в Украине, и сколько украинских школ в Украине, в России. Мы видим, что практически соотношение там 5000 к 1. Игнорирование полностью коренных интересов украинцев в России здесь налицо. Кому бы говорить об этом? Але тут питання, чи дійсно можеш нас щось пов'язувати з Росією, якщо ми маємо з боку цієї федерації агресію. І от стосовно цього зараз почуємо думку і народних депутатів. Російська Федерація не має права на статус країни-партнера та на дружні відносини з Україною. На цьому в ексклюзивному коментарі 112 Україна наголосив народний депутат Андрій Ільєнко. Держава, яка є державою-агресором, яка окупувала частину наших територій, яка вбила більше 10 тисяч наших громадян і продовжує вбивати, порушила всі можливі і неможливі міжнародні норми, вони не мають ніякого морального і юридичного права взагалі щось там нам вказувати і коментувати взагалі внутрішньоукраїнські справи. Не тільки договір, а й дипломатичні відносини треба розривати з країною-агресором. І ми про це говорили і говоримо далі. Припиняти торгівлю. Припиняти бізнес. Ну, от дивіться, статус країни-партнера і дружні відносини. Зараз де-факто до Росії це не застосовується, але де-юре нас поєднують ще декілька сотень міжнародних договорів, конкретно з Росією, на яких зав'язані і торгові відносини, і економічні відносини. Як бути із цим, враховуючи ще й дипломатичний вектор? Ну,
тут, конечно, вот странная ситуация возникает, дискомфорт у народа, когда оценивается ситуация между Россией и Украиной, де-факто война, а де-юра дружба, законы, которые приняли, ратифицировали договора все между Россией и Украиной, дипломатические отношения, которые не прерваны. Временный поверенный возглавляет вместо чрезвычайного полномочного посла в России со стороны Украины. Де-юре не объявлена война, поэтому даже та же Турция спокойно пропускает российские суда в Сирию, в то время как по договору по конвенции о проливах, 19 пункт, Турция могла бы на основании заявления закона де-юре, что значит, президент и парламент Верховной Рады Украины принимают решение о том, что Россия де-юре агрессор, Турция могла бы давным-давно закрыть проливы Босфор и Дарданеллы. То есть много факторов говорит о том, что а вот этот момент, дисбаланс того, что говорится, допустим, из уст политиков, в том числе власти, Порошенко, и де юра то, что происходит в законах и договорах. Еще один момент очень важный, по поводу газа, Здесь возникает очень момент очень сильный. Украина хотела бы, даже объективно могла бы все прекратить отношения, но с другой стороны, она крайне зависима от транзита газа российского в Европу, от которого она получает ежегодно 3 миллиарда долларов, и это может прекратиться через год, через два в связи с Южным и Северным потоками. Вот этот дисбаланс, он создает какую-то странную войну. Украина не может в какой-то степени полноценно оказывать вооруженное сопротивление и в то же время торговать с Россией. Что касается дипломатичних відносин на сьогоднішній момент, їх варто розривати? Чи нам їх необхідно зберегти для того, аби все-таки якось домовлятися з Росією, з огляду на те, що у нас і політв'язні в Росії прибувають українські? Ну, скажем так, это не основание. Другое дело, что вопрос по поводу газа очень остро стоит. Но дипломатические отношения, если разорвать, при этом можно было бы разорвать все страны, кроме там газа, и то он сам по себе перестает быть актуальным через год в связи со строительством Северного потока 2. То есть Украина должна занимать более четкую позицию, которая сегодня выглядит двусмысленной даже для тех союзников, которые бы хотели бы помочь, но не могут понять, как помогать той стране, которая не решается сама признать Россию агрессором. Зрозуміло. Давайте поговоримо про шляхи і методи врегулювання ситуації на сході нашої країни. Дуже багато чули ми про миротворчу місію, яку планується там вести. Так от, миротворча місія на сході України повинна допомогти виконанню Мінських угод. Таку думку висловив генеральний секретар ОБСЄ Томас Греймінгер в інтерв'ю Інтерфакс Україна. Він зазначив, що у виконанні Мінських домовленостей зараз спостерігається застій і додав, цитую, якщо миротворча операція допоможе подолати безвихідь і реалізувати Мінські угоди, я тільки буду за. Однак зараз ми бачимо, що немає єдиного розуміння того, якою буде така операція з точки зору розміру, сфери охоплення і мандата. Кінець цитати. Пане Єрмаке, чи дійсно от миротворча місія може тут зіграти в вирішенні цього питання ключову роль і допомогти, власне, як тут зазначається, мінським домовленостям? Чи справді це може бути, чи варто цього очікувати від миротворчої місії? Запад до сих пор своїм санкційним потоком до сих пор не довів ситуацію до точки кипіння, коли Россия действительно признает возможность реально сесть за стол переговоров. Ей во многом удобна вот эта мягкая санкционная война, которая не оказывает сильного критического воздействия на российскую экономику, поэтому она может позволять себе даже широкомасштабные планы крупномасштабного возобновления войны до Мариуполя, до Крыма, в связи с тем, что она перестает зависимой быть от Украины. Ведь Россия тоже ведь зависима от Украины. Когда идет поток через Украину, она не может с этой стороны тоже полноценно воевать. Такая вот ситуация, дилемма между с обеих сторон. Но когда Северный поток и Южный поток завершатся, у России будут полностью развязаны руки для того, чтобы развернуть свою войну и полноценно вторгнуться. Украина готова ли сегодня? Она не готова, с моей точки зрения. И до сих пор стоит вопрос о народном, скажем так, втором эшелоне армии в виде системы Израиля и Швейцарии, где во многом оружие раздано резервистам, и оно все время наготове. В этом плане Украина не готова. И готова ли, допустим, ее первая волна
регулярная часть армии к отражению широкомасштабного наступления российской армии, это тоже вопрос. Поэтому Украина должна для себя определиться, хочет ли она реально защитить свою территориальную целостность в полноценном масштабе, включая варианты Израиля и Швейцарии. Или она будет ограничиваться полумирами и все время дергаться от того, что она слаба. Вот те же самые Минские договоренности. Что это такое было? Ведь это было происходило после Дебальцева, после Иловайска, то есть после поражений, когда Украина, Киев хотели остановить дальнейшее наступление, и они заключали невыгодные для себя договора. То есть Украина и руководство Украины до сих пор в военном отношении не успела пока на сегодняшний день добиться тех военных побед, которые бы могли бы ей позволить чувствовать себя уверенно. И по Приднестровью в том числе, и по белорусскому направлению, и по крымскому, и по второму эшелону, и по варианту ситуации, которая будет через год, через два после строительства Северного потока 2. Вот в чому вопрос. Тут ми розуміємо, що за миротворчу місію активно виступає Україна, але туди мають входити країни, які не є сателітами Росії. Тобто ми, наприклад, не хочемо, аби туди входила Білорусь, тому що є загроза, що Росія заведе туди під виглядом білоруських своїх миротворців. Як знайти компроміс, аби все-таки ця миротворча місія була введена? Тут, мне кажется, нужно, вот всегда за дипломатами будет эффективный переговор, только если тогда, когда за их спинами находится сильная армия. В этом случае Украина пока не предпринимает критических мер, вот по подобию международного опыта Израиля и Швейцарии, которые бы позволили ей настолько уверенно вести переговоры и давить на агрессора, на Москву, чтобы можно было поменять формат на более удобный для Украины. Давайте тоді почуємо ще одну думку. Ось влада не зацікавлена у впровадженні мирного плану і поверненні електорату з нині окупованого Донбасу, який її не підтримує. У цьому впевнений голова політради партії «Опозиційна платформа «За життя» Віктор Медведчук. У коментарі 112 Україна він нагадав, його мирний план передбачає заходи, що повернуть людей на окуповані території. Мною розроблені ті міри, которые могли стать предметом переговорного процесса с Донецком, с Луганском и с Москвой. Более того, разработаны меры, которые направлены на то, чтобы предложить этим людям, которые живут сегодня на неконтролируемой территории, сознательно вернуться в Украину. Власть сегодня не заинтересована в возврате этих людей, потому что они никогда не будут голосовать за них. І просто зараз до нашої розмови долучається політичний оглядач Кирил Рижанов. Доброго дня, пане Кириле, вітаємо вас в ефірі 112. Здравствуйте. Отже, план Віктора Медведчука, нагадаю, він пропонує прямі переговори по лінії Київ, Луганськ, Донецьк, Москва. Наскільки такий переговорний формат взагалі може бути ефективним? І що стосується цієї тези Медведчука, що влада нинішня не зацікавлена у впровадженні мирного плану? По большому счету, только такой формат и может быть эффективен, если мы говорим о стратегической реинтеграции ныне неподконтрольных территорий Донбасса в состав Украины. Потому что только наладив коммуникацию с частями Донецкой и Луганской областей, можно рассчитывать на то, что мирные усилия они достигнут собственно своего стратегического результата. Да? То, что мы слышали про миротворцев, и то, что сейчас говорит Медведчук, оно не обязательно противоречит одно другому. Вот. Но в чем принципиальная разница? Как мне видится, что все-таки вот Медведчук, он тут обозначает некий принцип, основополагающий. От этого уже могут быть те или иные действия, наиболее эффективные в данной ситуации, но соответствующие некому принципу. Предложение о миротворцах и отдельное заявление для действующей власти, мы видим, что обсуждение идет неких частностей, вполне предсказуемо эти частности не могут быть реализованы без понимания, куда, зачем мы движемся, без политической воли, что, к сожалению, это, возможно, оценочное суждение, но мы не наблюдаем или у действующей власти. И без этого рассуждения о миротворцах, о других каких-то вариантах, они ни к чему не приведут, как, возможно, и ставят себе за цель отдельные представители партии «Войны».
Зрозуміло, залишайтеся із нами, будь ласка, на зв'язку. Пане Єрмек, що стосується шляхів повернення окупованого Донбасу, ми бачили буквально нещодавно представлений план Сайдіка, але загалом плани, які звучать в інформаційному просторі, вони просто беруться до уваги, вони обговорюються, але конкретного якогось поступу і поруху тут немає. Як бути із цією ситуацією? Україна має наполягати на своєму, що, наприклад, та ж миротворча місія має зосереджуватися конкретно на лінії розмежування чи на українсько-російському кордоні, що стосується її складу, що стосується її кількості? Ну, конечно же, для Украины очень важно, чтобы войска, пограничные войска Украины располагались как раз на грани между ДНР, ЛНР и Россией непосредственно, и, скажем так, изолировала ситуацию от возможности повторного появления вежливых человечков на территории ДНР, ЛНР, это раз, но Россия пока на это вряд ли согласится. С другой стороны, ведь де-факто между Украиной и ДНР, ЛНР переговоры и так идут. Опосредованно, скажем так, что такое минские переговоры? Это договор, соглашение, где есть 100 подписей с одной стороны и Украины, и с другой стороны, среди прочих, и ДДР, ЛНР. Есть опосредованный переговор через того же Медведчука. Вспомните переговоры, когда тот же самый США, Пакистан, Россия проводили переговоры в Женеве с афганской оппозицией опосредованно. То есть в трех разных комнатах сидели делегации две, и между ними посредники бегали между этими делегациями, проводили опосредованные переговоры, в результате которых, в принципе, родилась возможность вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. То есть, в принципе, тот же самый закон о выборах, согласно Минским соглашениям, там должна быть опосредованные переговоры, как минимум, между ДНР, ЛНР и Украиной по поводу закона о выборах и так далее. По поводу возможности в будущем проводить переговоры, таковы более, скажем так, прямые. Украина могла бы воспользоваться вот таким моментом, потребовав провести новые выборы в ДНР, ЛНР, скажем так, под международным контролем, при своем участии наблюдателей, и тем самым заставить в какой-то степени дистанцироваться часть элиты ДНР, ЛНР от России, ее немножко изолировать и постараться проводить уже переговоры в формате ФРГ, ГДР. Вот тогда в этом ключе можно будет расколоть лагерь противников России с одной стороны, ДНР, ЛНР с другой стороны. Если такие возможности честных выборов под контролем международных наблюдателей ООН, Украины будут проведены. И тогда можно будет на этом играть и выиграть интересы Украины в дальнейшей реінтеграції. Зрозуміло. Пане Кириле, питання до вас. Що стосується загалом обіцянок миру, які ми зараз чуємо від потенційних кандидатів в президенти? Якщо, наприклад, аналізувати таку ситуацію, коли Мураєв, який знявся на користь Вілкула, і Вілкул, власне, обіцяють швидко встановити мир на східних територіях України шляхом прямих переговорів з Росією. Але тут така ситуація, що вони в Росії під санкціями. Тобто, з ким вони будуть домовлятися? Люди розуміють цей аспект? Вони аналізують такі речі? Ну, тут два вопроса. Я так понимаю, що перший вопрос, наскільки способний, второй, наскільки люди это понимают. Во-первых, нужно не забывать, что отдельные видные представители вот того лагеря, который поддерживает Вилкула, фактически, они уже выступали заявлениями о необходимости более активного привлечения для США переговоров. В принципе, гораздо больше ли внимания там уделялось именно миротворческому аспекту и меньше ли, собственно, выполнению минских договоренностей, если смотреть даже по программе. Вот. Поэтому и по их поведению, и по действиям России мы видим, что, ну, во всяком случае, по факту, на данный момент переговоры между ними, между Россией, вероятно, между влиянием, ну, находящимися под российским влиянием, ну, так называемыми правительствами ДНР и ЛНР, они будут затруднены, потому что это был важный публичный жест, то есть и достаточно прямой сигнал, с кем хотят, с кем не хотят общаться. То есть это обещанки заради обещанок. Дело, насколько это заметят люди, но думаю, что при малейшем
анализы, то есть возможности выполнения обещаний, это вещи, которые оказываются достаточно очевидными. Зрозуміло, так планово ми з вами підійшли до передвиборчих процесів. Давайте далі поговоримо про них і, зокрема, про рейтинги. Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Юрій Бойко. Так виглядає четвірка кандидатів у президенти, які мають найбільші шанси пройти у другий тур виборів. Про це свідчать результати опитування Міжнародного дослідницького центру «Бюрі Україна». Якби президентські вибори проводились найближчої неділі, за Володимира Зеленського проголосували б 23% українців. Однаковий рейтинг мають Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. За них готові проголосувати по 14% опитаних, а за Юрія Бойка – 13,9% респондентів. Враховуючи вихід із президентської гонки, 5 кандидатів у дослідницькій компанії роблять висновки, що найближчими тижнями четвірка лідерів не зміниться. А от політична розстановка сил у парламенті виглядала б дещо інакше, якби вибори проводились уже цієї неділі. До Верховної Ради тоді б прийшли 5 політсил, свідчують результати опитування Міжнародного дослідницького центру «Бурі Україна». Найбільший рівень підтримки має політсила «Слуга народу». 18% респондентів готові проголосувати за партію Володимира Зеленського. Батьківщина Юлії Тимошенко на другому місці. Майже 15% опитаних готові віддати за неї свої голоси. 14,5% підтримують опозиційну платформу «За життя». Таким чином політсила може стати третьою за кількістю депутатів у парламенті. Також долають прохідний бар'єр «Блок Петра Порошенка «Солідар» та громадянська позиція Анатолія Гриценка. От, власне, пане Кириле, ми хочемо ваш погляд, вашу оцінку ось таких от рейтингів, наскільки вони дійсно можуть змінитися і чи кардинально можна очікувати змін позицій ось цих кандидатів, яких ми бачимо зараз. Вони фактично є четвірка лідерів, яка доволі довго тримається. Чи зміниться вона далі, чи ні? Четвірка лідера сама по себе уже вряд ли изменится, как уже я когда-то даже у вас, по-моему, в эфире говорил. Эти 4 кандидата, они по факту воплощали устремления таких основных групп социальных сейчас, да, так, то есть консервативно-промальданной, оппозиционно-мальданной и разочаровавшейся в принципе, то есть вот они хорошо попадали, это символизирует сами по себе, поэтому что кто-то сможет войти другой в этот расклад, ну, мне видится сомнительным. А вот количественные показатели, они могут измениться, они могут между собой, то есть разница их оказаться достаточно неожиданной по итогам выборов, потому что все еще остается, ну, потому что я смотрел, достаточное количество неопределившихся избирателей, которые, хотя и уверены, что пойдут на решение, будут принимать уже в кабинке, мы видим достаточную скорость разворачивания предвыборной кампании, или новые ли скандалы, новые ли информповоды, так что все это еще может оказать влияние на время до выборов. Пане Кириле, тут, дивіться, така ситуація, що кандидати тією чи іншою мірою апелюють до різних електоральних полів і ділять їх там за якоюсь мовною ознакою, за географічною. Що стосується в цьому контексті феномена Зеленського, який зараз фактично очолює за різними рейтингами президентську гонку, чи не розчаруються якраз таки в ньому виборці якихось різних регіонів, наприклад, Півдням, наприклад, Сходу, які більше тяжіють до інших кандидатів, як було, в принципі, загалом, як показують вибори, але тут підтримують нібито його, але не зовсім до кінця, можливо, розуміють його риторику і його спрямування до того ж таки Європейського Союзу. Да, они не поддерживают, но Зеленский, он просто уверенно делает то, что, в общем-то, следовало бы в прошлом году делать Тимошенко, да, то есть не пытаться попасть в общий фарватер, доказывать, что нет, я более патриотичная, чем Порошенко, условно говоря, а он позволяет наделять свою кандидатуру, свою личность абсолютно... всем, чем хочешь. Просто вот просто поверить, просто не задумываться. А тут же важно понимать, что вся эта история с расколом,
оппозиционно-антимайданного спектра, да, мы видим, она все равно бесследно не прошла, какая-то часть избирателей перешла к Зеленскому просто от разочарования и разуверившись уже во всем. То есть мы видим, что для Юрия Бойко это не стало, ну, совсем уж потрясением, судя по опросам, но, безусловно, создало известные сложности, сумеет ли он, успеет ли он переломить эти тенденции к выборам, все-таки убедить вот тех бывших избирателей, ну, условно, красно-бело-синего поля, что есть возможность проголосовать за кандидата. Кирило, оцей електорат, про який ми зараз говоримо, електорат Півдня і Сходу, який, як ви кажете, поки що в пошуку свого кандидата, якщо він буде, знову ж таки, віддавати голоси за Зеленського, він не буде розчарований у результаті? О, ну это зависит от того, станет ли Зеленский президентом. Зрозуміло. Дякуємо вам за те, що долучались до нашого ефіру. З нами був на зв'язку політичний оглядач Кирило Рижанов. Нагадаю, політолог Єрмек Нарембай, гість нашої студії. За вашими оцінками, 2 тижні до виборів. Чи може змінитися якось кардинально розклад сил в президентській гонці? Саме сильне воздействие на ці 2 тижні будуть мати дебати. А від дебатів Зеленський зараз убігає. И они ему невыгодны, потому что по знаниям, конечно, он очень сильно уступает остальным оппонентам. Ему не хватает опыта, знаний и так далее. Еще вопрос, конечно, сколько у него идет времени на получение знаний, если он станет президентом, полгода, год, и будет множество таких анекдотичных ошибок и так далее. То есть вот сейчас для него катастрофично попадание на дебаты. И вот квази какие-то дебаты были, помните, когда он через экран на 1+1 выходил, остальные сидели в зале, и то было сразу куча ошибок, это сыграло тоже такую какую-то отрыбь на всех. И если будут дебаты по каждому вопросу, отдельные дебаты по военному вопросу, по Донбассу, по экономике, по языку, там, по религии и так далее, однозначно ситуация может дойти до того, что Тимошенко и Порошенко могут выйти на первые строки, и Зеленский может оказаться третьим или четвертым, или даже больше. Сейчас Зеленскому нужно уйти. И это самое большое, может быть, что может сильно кардинально изменить ситуацию. Вы имеете на увазе сняться на користь когось? Ну, то есть Зеленский и Порошенко могут поменяться, Тимошенко может выйти, обогнать Зеленского и так далее. Есть, сейчас появился, кстати, вчера вброс о том, что Порошенко опередил и Зеленского, и Тимошенко там достигнут 20%. Но эти вбросы, в частности, связаны с какими-то возможностями подготовки фальсификации со стороны власти. Это тоже один важный момент. Еще очень важный момент, гораздо большей опасностью, которой мы не обращаем внимания, это то, что Центральная избирательная комиссия на сегодняшний день, даже без изменения закона о выборах, может сильно повлиять на возможность предупреждения фальсификации через, скажем так, вопрос центральных всех комиссий, областных, окружных, районных, большая роль играет фальсификация сторонних членов избирательной комиссии. Ну, тут важливо, что МВС наглушує на тому, что будут слідкувати і не давати правопорушенням будь-якого розвитку. Вам дякуємо за те, що були гостем нашого ефіру, спілкувалися із політологом Єрмек Нарембай, гостем нашої студії.